Теперь пермяков и гостей города у железнодорожного вокзала будет встречать скоробей. Новая скульптура преобразила сад камней. Автор трехметрового жука-навозника, почитаемого в Древнем Египте, казахский художник Молдакун Рынбетов. Вот это жук – образ человека, а это шар, как вот земной шар. Ну, это вот именно жук, вот эта трудяга, она вот это крутит, это, ну, полностью вот этот, как земной шар. Поэтому вот этот образ человека. Это второй скоробей, которого создает Нарымбетов. Первого он выставил в Индии. Полутораметровый жук на деревянном каркасе заинтересовал директора Пермского музея современного искусства. После чего в нашем городе и появилась копия. Только в два раза больше и уже на стальном каркасе. Еще один арт-объект от казахского художника – усовершенствованный автомобиль BMW, который установлен у главного входа в музей современного искусства. Расстрелянная машина, впервые представленная на украинской выставке «Якщо», заметно преобразилась. Новая скульптура называется «Черный ангел». Это тоже не первый подобный опыт художника. Я дома вот делал «Победу машину». Это казахский тюнинг называется. Она вот от нас, центр 20 километров. Но она своим ходом это вот пришла на выставку. Помимо «Темного ангела» и «Жука-скоробея», Молдакул Нарынбетов создал еще одну скульптуру. Художник подарил Пермскому музею современного искусства портрет Марата Гельмана. Как и два другие арт-объекта, он изготовлен из автомобильных покрышек. Александра Михеева, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.